Челябинске на повара завели уголовное дело за нападение на полицейского. Все произошло в Ленинском районе. Схватку работников общепита и служителя закона очевидцы снимали на видео. Подробности в сюжете. Ленинский район, улица Гагарина. Сотрудники полиции и рабочие пытаются демонтировать фудтрак. Работники пытаются отстоять свое имущество. В итоге сходятся в схватке со служителем закона. Бургерную на колесах должны были демонтировать. Собственники же, в свою очередь, заявили, что бумагу получали еще полгода назад. Но никто им ничего толком не объяснил. Видимо, поэтому они продолжили работу. А когда пришли стражи правопорядка уже проводить демонтаж, завязалась потасовка. Фургон появился осенью 2017 года на пересечении улиц Гагарина и Дзержинского. В конце 2019 администрация Челябинска в рамках зачистки гостевых маршрутов обязала владельца убрать его и выделила на это полгода. По предварительной информации, убрать фудтрак хозяин обещал властям еще осенью, но в итоге увозить фургон чиновникам пришлось самостоятельно и со скандалом. Фудтрак пришлось отвезти на штрафстоянку, а на повара Следственный комитет завел уголовное дело о причинении сотрудникам полиции телесных повреждений. Стой, стой.